think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня битва гильдии, и сегодня у нас опять тест героя. Немножко я его перекачал. Сейчас единственное, что я хочу еще на немочку забежать, посмотреть. Там, по идее, обновились награды. Такс. Коллекционер. Понятно. О! Жалко только не X2. Но зато вот это вот. Это просто радует. О чем говорить, ребят? Я надеюсь, хоть когда-то на русском сервере такое будет. Плюс 3 осколка, плюс 4 осколка Мэри. Пожалуйста. Я не знаю, сколько у меня тут надо будет глянуть потом, сколько у меня осколков. Уже собралась, но они собираются по чуть-чуть, и это радует. Конечно, было бы круто, если бы, наверное, сюда зефира больше добавили, нежели Мэри. Мэри и так можно собрать, а вот зефира, думаю, было бы круто получить. Так, опять, как обычно, у нас места не хватает. 23 осколка. Ну, по чуть-чуть, я думаю, соберем. Так, я в эту акцию все время забываю забегать. Так, отлично. И забираем камешки. Супер. Кстати, всех с первым днем весны. Первое марта. Пойдет. Ну что, попробуем, испытаем удачу. Там удачи, у нас места не хватает. Шанс, как обычно. 50 осколков. 50 осколков. Ну, хоть даже так, ребят, это все равно плюс, это на халяву. Да, мы не собрали топовых самых, но, блин, даже по 50, я думаю, со временем соберутся и остальные драконы. Это немка. В общем, поехали обратно на английский сервер, посмотрим, что там у нас на битве гильдий. Сделаю я тест опять мастера рун сегодня. Я у себя его докачал, наконец-таки. Сделал интересную сборку. Единственное, что надо будет скилл потом докачать. Поехали. Так, 1201.2. Что-то сегодня противники вообще просто язычные какие-то. Поехали, посмотрим, что тут у нас. Космофен. Поехали, проверим их на прочность. Фигасия, смотрите, что он делает. Я поменял немножко сборку, сделаю тест, покажу вам героя. Ну, я думаю, видите, какой по нем дамаг уже проходит. Посмотрите на вот этот вот дамаг. Это просто песня. Это просто сказка. Если так присмотреться к жизни, я думаю, вы видите, она практически не уходит, не улетает. Просто топовый герой на сегодня. А для бездоната это вообще тема, на каком-то зефире зависнуть можно без проблем. Ну, конечно, надо ресурсы. Посмотрите, что он делает. Просто кайф. Так, Фрейка включилась у нас уже. Ну, это все фигня. Посмотрите на его жизнь. Это при том, что он у меня без отхила. То есть, на нем отхила нет, но убивать его будут очень долго. Как видите, 2250. Это потолок, который герой получает на сегодня. То есть, это максимум, который есть. Ну, вот так вот. Просто на изи
Три, получается, три деления у нас убрали, у нас две третьих еще жизни остается, мы добиваем полностью фуловую базу. Причем он без уклонений. Это действительно имба. Зефир донатный герой, этот по сути бездонатный герой, вот пожалуйста. Конечно, там где есть молчанки, где есть прочее, там будет сложней, но поехали. Самое основное это спектр. Если мы не ловим спектр, мы без проблем тащим. Интересно, сколько у него жизни? Надо будет его собрать на максималку. Ну, кстати, кайфовая тема против Фрейи тоже. Фрейя не выпускает своих голубей практически. Ну, она и дамажит 2250. Та же самая картина, что и там. Ну, тут у нас, конечно, противника герои такие, что... Ух ты! А вот и спектр, ребятушки. Вот он, спектр. Так что тут шанс слива, я вам скажу, максимальный. Даже более чем максимальный. 47%. Вот единственное, что останавливает этого героя. Ну-ка, разруха, разберись. Только хлоп. Смотрите. Блокировочку дали. Ну, включись. Отлично. Вообще. Даже не выпускали. Так. Поехали дальше. 1.4. Все остальные 1.2. Так, что у нас тут? Фобушка есть. И есть. Ой, тут, конечно, будет сложно им бегать. Это его, скорее всего, если будет спектр, его ушатают. Да, тут даже под молчанкой. Ну, попробуем сейчас молчанку снять. Нифига себе. Нифига себе. Видали, что они творят? Просто ужас. Жесткие типы. 49%. Шанс слива, ребят, как обычно, максимальный. Да, жестко пробивают. Ну, вроде успели. Самое главное, на спектр, чтобы спектра не было. Нету спектра, ребята. И все просто кайф. Просто... Да, вот... А, вот есть, есть, есть. Попали все-таки. Все-таки попали. Как не хотелось бы, конечно, но попали. К сожалению. Тут будет слив. О, это такое. Так, съесть. Блин, видите, вот спектр на дефе на сегодня это просто... Беда. Беда. И не только для мастера, но для других героев тоже. Ну, шанс слива, как обычно. Так, а тут, в принципе, думаю, должно зайти. Вот если бы он еще не давал включаться спектру, то, наверное, был бы самый топовый герой на сегодня. Ну, плана Барда, просто он поуниверсальнее, нежели Бард. Бард не бьет цели, Бард немножко другой герой, а этот забирает энергию. В кому ввергает их или как там обездвиживает. Ну, вот я уже не помню дословный перевод, но сама суть... А, парализует. Сама суть, что герой на сегодня действительно топовый, и он, самое главное, бездонатный. Так, ладно, надо ускорять этот процесс. Сейчас попадем с вами по-любому на спектр. Так, разруха улетел. Нормально.
Тащим. Так, и последний. А, у меня на Дрейках тоже спектр стоит. Я уже и забыл, думаю, что это. Они не бьют. Ну, вот так вот, со сливом. После тяжелой ночи кача на АС-сервере. 18-617. Ну, слив, так бы, если бы не слив, то, думаю, около двадцатки бы набили. В общем, такие вот дела, ребят. Как видите, на немочке кайфовые плюхи раздают. На русском нету, на английском у нас чисто огника дают, возможность собрать огника. Уже закрылся ивент. Надеюсь, завтра будет на русском. Ну, все на это надеются. Но пока на русском ни дерева нету, ни новой акции. В общем, будем ждать. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.